Всем привет, с вами Миша, и вы на канале Crypto Dealers. Друзья, сегодня у нас особенный праздничный выпуск. Немногие вспомнят, но в этот день родились Эрих Мария Ремарк, Дэн Браун и Мэри Стрип, а еще известный криптоблогер и журналист Миша, то есть любимая вами я. Вы часто пишете в комментах разные приятности, приглашаете куда-то или предлагаете подарки. Что ж, сегодня я говорю «да» последнему пункту. Поэтому, кто хотел меня давно поздравить, у вас есть уникальная возможность. А так как лучшие друзья девушек – это криптомонеты, то под видео вы найдете мои кошелечки для ваших криптопоздравлений. И я бы хотела сказать огромное спасибо тому человеку, который придумал блокчейн, потому что благодаря ему можно дарить полезные подарки из любой точки мира за считанные секунды. Что ж, с самыми важными новостями недели мы уже покончили, и можно прощаться. Или оставим шутки в сторону, сохраним спокойствие и узнаем, что происходило внутри криптосообщества на этой неделе. В последнее время батя серьезно болеет, и даже биткоин-оптимисты начинают приунывать. Каждого из нас волнует, опустится ли биток ниже 6К, достиг ли он дна, и если достиг, то как скоро ожидать взлета. Тем временем альткоины поняли, что чудеса закончились еще в 2017-м и начали работать. Вот это поворот. Возможно, битку надо было опуститься для того, чтобы рынок начал проявлять больше инициативы. Что ж, теперь так и есть. Биток, ты слышишь? Можно возвращаться. Криптопроект Stellar ведет переговоры о покупке блокчейн-стартапа Chain за 500 миллионов. 30 криптобирж поддержат миграцию токенов Tron в собственный блокчейн. Dash анонсировал объединение с глобальным процессом платежей Allo Gateway. Redcoin растет после интеграции с Fork. Биржа Huobi залистила Waves. Начнем с боли, то есть с рынка. На данный момент биткоин торгуется в пределах 6300 долларов, и я чуть не плачу, говоря об этом. Ведущие альткоины типа эфира, Ripple, Bitcoin Cash снизились в среднем на 10%. На этой неделе на криптовалютный рынок негативно повлияло сразу несколько событий. Во-первых, расследование властей против четырех ведущих криптовалютных бирж. Во-вторых, взлом южнокорейской биржи CoinRail. Падению курсов мог поспособствовать и отказ компании Western Union работать с криптой. В особенности это сказалось на цене XRP, ведь крупнейшая платежная система планировала работать с технологиями Ripple. На прошлой неделе мы видели несколько возвращений битка в зеленую зону. Например, после инфы о том, что биткоин и этериум не будут считаться ценными бумагами. Но эти новости не могли вернуть былого хайпа, и монета довольно быстро возвращалась на свои нижние позиции. Многие эксперты прогнозируют снижение стоимости цифровых активов. При этом биткоин может упасть ниже психологической отметки в 6000 долларов. По их словам, на этой неделе BTC вряд ли возобновит рост. Есть лишь малая вероятность того, что пройдут большие ценовые изменения. Покупатели продолжат выжидать, и этому будет способствовать возрастающая неопределенность на рынке. В криптосообществе есть убеждение, что падение курса крипты и капитализация рынка напрямую связаны с безопасностью бирж. Основатель фонда OnChain Capital, а также ведущий передачи «Крипто-трейдер» на CNBC Africa Ран Неонер не видит тут прямой связи. Заодно он считает, что курс биткоина продолжит свое падение и опустится до отметки в 5900 долларов. По его мнению, взломы криптовалютных бирж никак не влияют на цену криптовалют, так же как ограбление банка не влечет за собой проблемы с долларом США. Ран Наунер отметил, что стоимость биткоина снижается вместе со спросом на крипту. Краткосрочные взлеты и падения стоимости не должны вызывать панику у тех, кто действительно верит в перспективу развития технологии блокчейн. Если цена биткоина достигнет 20, 40 или 80 тысяч долларов в течение нескольких лет, то никто уже не будет беспокоиться о том, куплен ли биткоин по 6 или 6,5 тысяч долларов. Сюжет подготовлен командой канала для молодых трейдеров «Азиатские киты». Ссылка на их ресурсы находится под этим видео. Для подписчиков канала Crypto Dealers действует скидка в 30% при регистрации в VIP-канале. Но есть вещи, которые беспокоят даже Нера. Он считает, что серьезной проблемой может стать пробой отметки в 5000 долларов. В таком случае, по убеждению аналитика, майнинг биткоина может стать нерентабельным, а компании, занимающиеся его добычей, переориентируются на альткоины. Но не стоит считать эти слова диагнозом. Это всего лишь мнение аналитика. А ваши мысли я жду в комментариях или в нашем телеграм-чате, ссылка на который в описании под видео. Раз уж зашла речь об альткоинах, то давайте взглянем, что с ними произошло на неделе.
у них начался самый настоящий праздник жизни, как будто все одновременно поняли, что халявного Тузумуна не будет, и пора браться за дело. Начнем со Stellar. Stellar Development Foundation ведет переговоры о приобретении разработчика блокчейн-решения для финансовой индустрии Chain. Сумма сделки может составить 500 миллионов долларов, сообщает Fortune. Ранее компания Chain привлекла более 43 миллионов от Hosla Ventures, Airy Ventures, Blockchain Capital, Pantera Capital, Nasdaq, City Ventures, Thrive Capital, Box Group и Hightech. В случае успешных переговоров владельцы компании получат оплату в XLM с возможностью сохранить или продать их сразу по завершению сделки. 21 июня начался процесс перевода основной сети Tron на собственный блокчейн. Юзерам следует разместить токены TRX на биржах, поддерживающих миграцию. 25 июня майннет Tron перейдет в производственный режим и будет создан первый блок. Этот день называется День независимости. Пользователям следует разместить токены на одной из 30 криптобирж, поддерживающих миграцию. Binance, Bitfinex, Bithump, Bittrex, Cryptopia, Liquai, Coinnest, Coinrail, Gate, HitBTC, Huobi, OKX, Abit, ZPay и другие. На этой неделе не тупили и Dash. Они решили расширить влияние бренда и анонсировали объединение с сервисом платежного процессора Allo Gateway. Для расширения влияния своего имени компания Dash анонсировала предстоящее событие по объединению с сервисом платежного процессора Allo Gateway. Предстоящая ассоциация позволит увеличить влияние платформы на азиатском рынке. Интеграция двух площадок поможет инвесторам выгодно осуществлять операции в криптовалютах. В настоящее время общее количество сделок по Dash составляет 100 тысяч операций. Это почти наполовину больше общего объема транзакций по биткоину. Наш следующий герой – это Redcoin. Это менее медийная монета, о которой мы вам рассказывали в нашей энциклопедии криптовалют. Недавно мы были свидетелями кратковременного роста Redcoin. Он был вызван инфой о том, что криптоактив начнет взаимодействовать с Fork Blockchain, проектом, который включает передачу данных через стандартизированную экосистему. После этого курс вырос с 50 до 57 тысячной цента, и даже сейчас позиция имеет положительную динамику. Хорошие новости и у Waves. Платформу залистили на Huobi Pro, которая умудрилась стать третьей по торгам биржи, стартовав не так давно. Waves будут запущены на Huobi Pro 21 июня 2018 года. Депозиты будут доступны с 16:00. Waves к биткоину и Waves к эфириум будут доступны в новой зоне уже на следующий день, 22 июня, также с 16:00. Вывести средства можно будет 24 июня с 16:00. Очень крутая новость есть и у спин-оффа Waves – Waves Lab. Парни анонсировали то, о чем часто говорили, но никто еще не делал. А именно маркетинговое ведение проектов после закрытия ICO. Новый комплекс мер по развитию проектов после краудфандинга был разработан для дальнейшего признания и поддержки проектов Waves. Опция позволит создать комьюнити понятную и оперативную обратную связь. Это важный этап развития после ICO. Отсутствие поддержки приводит в лучшем случае к падению курса, в худшем – к делистингу монет и сворачиванию проекта. Учитывая это, Waves Lab добавила пост-ICO продвижение в свой комплекс маркетинговых услуг. Теперь проекты инкубатора получат поддержку на всех этапах развития – от написания white paper и формирования команды до релиза готовых продуктов и монетизации. Кстати, про ICO. Хочу напомнить о проекте Essentia. Мы уже рассказывали об этих парнях в одном из наших обзоров. Essentia – это готовый набор решений для управления данными и взаимодействия с ними на базе целого ряда новых протоколов. Фреймворк для децентрализованного управления данными создает новый способ взаимодействия с интернетом. В эссенции все необходимые деаппы прямо под рукой, а сама платформа легко юзается с любого устройства. Essentia устанавливает стандарт того, как мы осуществляем доступ к децентрализованному интернету, возвращаем себе контроль над данными и в конце концов используем Web 3.0. Все это под надежной защитой и с многоуровневыми настройками приватности, то есть без массовых утечек данных в стиле Фейсбука. Две главные составляющие Essentia – это, собственно, эссенции и синергии. Эссенции коннектят разные сервисы, где находятся пользовательские данные, а также информация компаний, групп или организаций. Синергии соединяют между собой операционные массивы. Сюда попадают разные платформы, ресурсы и модули. 25 июня у ребят стартует токен сейл, то есть совсем скоро. Я уверена, что вы слышали о проектах, которые закрывают ICO за час. Проект годный, и мне верится, что Essentia может войти в их пантеон. Так или иначе, я оставлю ссылку на платформу прямо под видео, а вы сами во всем разберетесь. Недавно мне на глаза попался еще один нестандартный проект с непростым названием Zero Expert. Чуть позже мы о них расскажем.
А пока что интересно. Эти парни собираются создать открытый протокол, работающий с так называемыми Non-Fungible Token. Non-Fungible Token или NFT – это токены, которые позволяют управлять такими активами, как ваш ID, университетская степень или право на владение домом. Все эти вещи могут надежно сохраняться в вашем кошельке. Также Zero Excert позволяют строить на своем фундаменте D-аппликейшены, управляющие NFT. А напоследок я хочу вам рассказать еще об одной штуке. Помните Евгения Криптопарня, который написал статью о криптопейджинге, тотальной манипуляции рынка китами и, возможно, раскрыл крупнейший заговор в криптосегменте? Так вот, походу парень вошел во вкус и устраивает свой Watergate. Для тех, кто не в курсе, Евгений выдвинул теорию манипуляции рынком при помощи сигнальных транзакций. Теперь он копает глубже и собирает внушительную коллекцию пруфов. В частности, он нашел ноги многих китовых кошельков, один из которых связан с легендарными Silk Road, а также Wallet Роджера Вера. Плюс он наткнулся на теневую канадскую криптобиржу. Насколько безумны или правдивы теории Евгения Крипто, решайте сами, но никогда не стоит исключать влияние больших денег и договорников. На этой параноидальной ноте я буду заканчивать. Еще раз с днем рождения меня, подписывайтесь на канал Crypto Dealers. Ставьте лайки, пишите комментарии, шерьте видосы, рассказывайте о нас своей бабушке и коту. А у меня на сегодня все. С вами была Миша. Пока.